Всем привет, с вами Лев, и мы начинаем новое прохождение в Майнкрафте на 1.16 версии. В принципе, это адское прохождение, незерское прохождение. Давайте начинать. Я заспавнился в лесу, на самом деле я очень много раз пересоздавал мир, потому что я спавнился в таких биомах, в таких местах, в которых тяжело начинать развитие. Но раз уже появился в лесу, то, ну, пускай в лесу будет. Это, конечно, немножечко нечестно, но все-таки. То есть, надеюсь, вы меня поймете. Ладно, вот у нас есть тут такой вот блок. Я особо про адское обновление рассказывать не буду, потому что, в принципе, я думаю, то, что все, если что, обзор посмотрят какой-нибудь, ну, не мой, а чей-то, да, обзор, может быть, на эту версию. Поэтому, ну, я расскажу только про яркое возрождение, то, что это как кровать используется теперь. То есть я благодаря, вот почему у меня сейчас 4 цвета камня. Это все из креатива, естественно, я все достал, да. Да, так, я портал убрал, да. Портал сам остался, но не зажженный. Давайте заправим нашу эту вещь. Только, блин, я боюсь. Ой-ой, на кабана охотится. Опасно, так, давайте я Я самый умный человек в мире. У меня вместо 4 жизни теперь одна. Ладно, я немножко не туда нажал. Ничего страшного, ничего страшного. Мы сейчас вот это исправим. Недоразумение, я просто отсюда убегаю, потому что на меня может сейчас кто угодно напасть. Все-таки ад, опасное место. Да. Надо сразу тут что-то делать. Короче, мы заспавнились в багровом лесу. Это красный, короче, лес. Ну, думаю, вы заметили. Вот как-то так. Да, давайте, в принципе, начнем добывать это дерево. Себель багровый. Ну вот, в принципе, почему бы и нет. Чтоб сразу было какое-то оружие, инструменты. Так. Короче, теперь мы можем наконец-то выживать в аду. То есть это будет летсплей чисто в аду. Только, может быть, серии через 10, либо к финальной серии я просто войду в обычный мир. Там посмотрю вообще, что там... Что там происходит, как бы добуду еще какие-нибудь ресурсы. Ой, нет, кабан! Нет, я еще не готов к тебе с тобой драться. Может быть и готов, но вот так вот прямо на земле, там может быть там, ну, если я буду повыше, то не так уж и страшно будет. Но пока что страшно. Так, давайте еще заправляем якой. Теперь у нас 2 жизни. Мне надо... Короче, давайте так. Если полностью якорь погаснет, и я заспавнюсь в обычном мире, то значит все. Прохождение провалено. Типа, либо второй сезон снимай, либо... либо вообще не снимай. Да, типа, конец прохождения будет. Такой вот челлендж. В принципе, ну... Света камня я здесь не вижу. Кстати. Мне это уже не нравится. А, кстати, я точку спавна не установил. Если бы я бы умер, то прохождение бы закончилось. Я бы уже бы в обычном мире появился бы. Я молодец. Да. Так. Кабан. Я не знаю, почему я их кабанами называю, но мне так прикольно. Мне так нравится. Поэтому почему бы и нет. Так, какую-то стенку строим. У нас тут будет какая-нибудь ограда. Мы будем здесь выживать. Потому что опасно, опасно. Так, главное, чтобы они вот здесь особо не это самое, не... Не нападали, то можно было как-то обойти. Но он идет на мою базу, по-моему, да? Так, хорошо. Сразу, наверное, какой-нибудь сундучок, чтобы был. Ой-ой, тихо. Так, сундук, какие-то грибочки тут. Ну, такое, не очень нужное. Наша главная задача это золото сейчас найти. Иди сюда, кабан. Чего? А почему у него только один удар? На самом деле у него очень много жизни. Мне кажется, вообще 40 сердечек или 30-20 сердечек. Но никак не 10.
И никак не два, там три. Ладно. Вот у нас пиглины, кстати. Они будут мирными, если я буду в золотой броне ходить. Плюс я еще смогу с ними торговаться, если будет золото. Золотые слитки. Поэтому надо пока что искать золото. Хотя бы в каких-то количествах. Чтобы как-то было все очень хорошо. Ой, а маленький он чуть-чуть бьет, но все-таки. Маленький тоже любит кушать. Нападать на меня, короче, да? Да. Они не кушают, они просто нападают. Дикие кабаны, блин. Так, ладно. Хорошо, мы идем дальше. Я уже перезаписываю далеко не первый раз, потому что хочу как-то хорошо прохождение начать. Не надо. Ой, а он что-то убежал, ну ладно. Так, давайте сразу, если что, блоки вот так вот поставлю. О, какая-то защита есть у меня. Из-за арбалета хотя бы не убьет. Так. Ага. Если что... Ой! Кабаны! Свинопиглины и все на свете. Тут и кабан, вот видите, вот там кабан. Ой, это свинозомби был! Капец! Я самый идеальный человек в мире просто. Я сагрил весь ад на себя. Теперь на меня будут агриться зомби-пиглины. И пиглины, и просто зомби-свиньи эти. Так, осторожно. Пиглины — это просто пиглины. А есть зомби, свинозомби, вот. Я уже, блин, забыл даже с этими адскими названиями новыми. Про старых мобов, как они называются. Так, нам нужно обязательно золото. Во-первых, это всякие золотые кирки в будущем. Золотые вещи. Да я добрый! Я добываю для тебя золото! Не надо меня бить! Так, отлично. Какой хардкор, это вообще жесть! Блин. Это реально жестко. Нам обязательно нужен какой-нибудь шлем, ботинки. То есть, чтобы на нас хотя бы кто-то не охотился. Но теперь, блин, из-за того, что... Я думал, что это кабан. А не свинозомби. Я свинозомби ударил. Это самый гениальный человек. Самый гениальный поступок просто. Да. Хорошо. Давайте возвращаться. Где у нас тут это... Наша точка спавна. По-моему, я уже... А, вот она. Уже боялся. Они, блин, опять там ходят. Умирать нежелательно. Это, думаю, сами понимаете. Лучше не надо. Блин, у меня три слитка. Мне одного наггетса золота не хватило. Кусочка золота, он сейчас так называется. Так, ладно. Мне нужно не просто золото в руках держать. Мне нужно, чтобы у меня что-то золотое на голове было. Чтоб они просто, как бы, тебя не трогали. Типа, вот, свой пацан ходит в золотых вещах. Как бы. То есть, они же не тупые, они понимают то, что это я. Я же, да? Но, типа, я уже свой, типа, пацан. Типа, вас не трогаю, там, все дела, там. Поэтому. Поэтому, да. Так, давайте еще немножечко сломаем блоков. Наша задача, говорю, нам надо сейчас золото. Потом нам надо искать биом вулканический. Тут есть такой биом новый, вулканический, там везде базальт вокруг, всякие магма-кубы, я не помню, как он называется. Ну и, короче, нам надо туда. Там есть чернит, ну, булыжник, как в обычном мире. И мы уже сможем делать каменные инструменты, и это будет новый этап развития. Но, естественно, здесь потом мы будем искать и другие всякие руды, то есть по дамжам всяким тут... Бегать, гулять и так далее. Тут, кстати, заметьте, то ли в 1.15, по-моему, в 1.15 частично появилось это. То, что сейчас какая-то тень появилась. Смотрите, вот здесь я как-то ярче, когда вот на вас вот таким вот образом смотрю, видите, я вообще белый. Вот так вот смотрю, я какой-то вот такой, видите, какая-то тень. Что-то новенькое такое в Майнкрафт добавили. Какие-то вот такие вот тени. Да, свет как-то падает на тебя по-разному. Это очень, очень хорошо. Есть у нас золотые ботинки. Это достаточно быстро я сделал, но теперь хотя бы кто-то нас не будет убивать. И золотая кирка. Прочность, к сожалению, у них очень маленькая, но она здесь ужасно просто быстро добывает ресурсы. Так, тут лава всякая.
Нам нужна еда, но здесь надо кабанов убивать. Багровый лес я как бы люблю, но я его не люблю за то, что здесь как бы очень много кабанов бывает, и они реально тебя прям, ну, очень сильно убивают. Ой. А, они же нас уже не трогают. Даже ботинок уже хватает. А вы нормально, я надеюсь? Я как-то беспалевно как будто бы, да? Взял того свинозомби, убил, и никто даже не заметил. Интересно. Видите, пиглины сейчас будут думать, что я свой, типа, вот, видите, у меня ботиночки есть. Конечно, лучше бы шлем бы скрафтил, было бы круче. Видите, все, они как бы ко мне относятся, то, что, ну, вот, свой пацан, типа, тут. Как бы они могут и без брони ходить, но у них тут золотые мечи есть. Кстати, я не знаю, если я скрафчу золотой меч, они и сниму ботинки, то, скорее всего, они тоже будут нападать. Но, не знаю, ну, золотую кирку я могу держать. Я тестить это не хочу. Хотя можно, знаете, как сделать? Смотрите. Опа. Все, все. Одел. Не бейте. Спасибо. Кстати, очень круто то, что если я их надену, то есть они меня заставляют. То есть они арбалет на меня как бы. И на меня вообще начинают нападать. То есть я одеваю золотую броню, и они понимают. Вот так вот, понял. Будешь рыпаться, снимешь броню еще раз, и будет все плохо. Понял, да? Вот что-то вот угрожает, короче, мне. Короче, я должен в золотых шмотках ходить. Так, окей. Блин, мне прям нравится, как-то тень красиво перепадает на мобов. Я, кстати, потемнее немножечко сделал картинку. Ну, не картинку, вот это, да, яркость. Потому что... О, они на кабана охотятся. А я, кстати, могу их мясо собрать. Они не агрятся, если что. Ой, а это что такое? Это очень странно выглядит. Ладно, я лучше отсюда убегу. Я отсюда убегу. Пожалуйста. Я не знаю, как я смог перебраться на эту сторону. Давайте на ту сторону. Нам надо обязательно на ту сторону сейчас. Блин, я немножечко паникую. Если что, это пилотная сея. Я не хочу сказать то, что... блин, мне немножечко страшно, если честно. Одна жизнь. Может быть, все-таки светокамень побегать, поискать. Тут одни грибосветы вот эти. Ну, как вот эти грибосветы, вот это я имею в виду. Вот это грибосвет. Им нельзя заправлять. Он даже не светит этой яркой уже почти. Он должен вообще хорошо светить. Если полностью все заправлено. Блин, мне это не нравится. Мне нужно обязательно светокамень найти. Но его здесь вообще просто-навсего нету. А вот это уже реально хардкор. Я хоть и нашел лес сразу. И спавнюсь в лесу, но... Видите, свои минусы тоже есть. Хотя вот он, светокамень. Мне он обязательно нужен. Я боюсь сейчас без него, потому что я умру один раз. У меня потом уже не будет работать точка спавна. То есть я уже здесь не заспавнюсь, если еще раз умру. Так, давайте грибов еще пособираем. Ну, здесь в обычном адском биоме должны все нормально ко мне относиться. То есть здесь как бы... А, нормально, у меня нету ботинок. Я их просрал. Опять все заново. Ой-ой, гостюна, гостюна. Опасно. Опасно. Ну, кстати, когда я сделал потемнее ад, это даже более реалистично стало как-то. И круче. Давайте чуть побольше сделаем звуки. Здесь прям приятные звуки ада. Думаю, вы их прекрасно слышите. Хотя у меня как бы шумы от микрофона есть в видео, поэтому, наверное, еще громче лучше сделать. Но я буду тестить. То есть я, если что, сделаю в следующей серии потише звук, если пойму то, что в этом видео очень громко все было. Ну, пожалуйста, ну, пацаны... Костю бегает. Умные, вот пиглины реально умные существа, блин. Пожалуйста. Ну не надо. Ну давай договоримся, я найду золото, я тебе принесу его. Давай договоримся, пожалуйста.
Чтобы вы понимали, почему я бегаю, он за мной бежит. Вы что думаете? Я что тут херней страдаю? Вот, смотрите, бежит за мной собака. Ну, я, кстати, немножечко быстрее его. Либо я просто уворачиваюсь. Ха. Так, мне вот эти лианы помогут. Надо убегать. Ой, я вот здесь упал как раз. Да? О, на кабана отвлекся. Кабан, ты красавчик. Ты красавчик. Короче, дерево добываю. Без оружия здесь вообще никак. Я ж дерево добуду, ты не против, да? Кабанчик мой любимый. Вот этот мой любимый кабанчик. Надеюсь, он меня не убьет. Да. Нет, он все-таки меня хочет убить. Не видит меня, надеюсь. Так, делаем меч сразу. Ну, их стак, наверное, нету смысла делать. Можно на базу подбежать свою. Я, наверное, свое место спавна буду называть базой, потому что я там и хочу пока что жить какое-то время. Да тут особо нигде не побегаешь, потому что этот якорь сносить вообще не сносится вообще. Ни кирками, ничем, насколько я знаю. То есть он чисто на одном месте. Так, надо. А, кабан! Пожалуйста, не нападай на меня. Я не хочу, чтобы ты на меня нападал. Но здесь реально хардкорно, здесь постоянно бегать надо. У меня уже голод закончился. Сейчас ты уже не побегаешь. Опять сюда пошли. Мы же здесь где-то упали? Не, мы же там упали где-то. Здесь, по-моему, я даже не был. Или был. Я вот сюда приходил. Подбегал. За грибами. Так. Ну, золото я уже... Где-то 50 наггетсов надо. Так, ну, свина-зомби, они меня не трогают. Вот они, кстати, хорошие. Они хотя бы... Вот реально, раньше как-то я их не любил, но сейчас они... Даже мирные существа, по идее. Их за мирных существ можно считать теперь. Так, ай, блин. А сейчас тут даже не добудешь, да, золото? Если я вот так вот буду... Я так могу сделать? Типа я вот здесь и добываю... Блин, я их ломаю. Ладно, золото я не добуду сверху. С помощью этих плакучих лоз. Плакучая лоза. На... Я хочу, естественно, в этом летсплее все биомы вам показать и самому насладиться. Потому что в каждом биоме... Мечник, иди нахрен. О, тихо-тихо. Фух, блин, капец. Фу-фу-фу-фу-фу, блин, реально страшно. Еще голода нету. Ладно, сейчас хотя бы поем. Так, есть, есть. Давай быстро тапки, потому что я не хочу, чтобы меня убили. Есть, есть шлем. Все четко. Четко в шлеме. Так. Грибы вот такие вот беру я. И мы делаем вот такую вот... Вот такое вот дело. Миски. Сейчас поедим. Ничего страшного. Мы и таким способом можем делать. То есть мы можем кабанов убивать. А можем тушеные грибы искать. Точнее, тушеные грибы делать. Вот эти суп из тушеных грибов. Грибы такие вот искать, и все будет хорошо. Так, ну я думаю, то, что уже, наверное, надо заканчивать эту серию, потому что уже достаточно, наверное, надолго идет. Минут 15, может быть. Где-то. Может быть, вообще уже к 20 подходит. Надо больше золота. Здесь без золота не выживешь. Ну, на самом деле, реально очень крутая идея, то есть реально просто выживание в аду, то есть, я мог, знаете, как сделать, я мог же просто взять в обычном мире, начать выживание и реально через сей 5, 6, там, может быть, вообще через 10 пойти в сам ад, и уже с какими-то вещами, там, железными, железной броней пойти тут всех разносить. Так, ладно. Вот у нас палочки остались. Делаем, наверное, кирку все-таки. Кирка важнее. Но она просто быстро ломает. То есть так-то, в принципе, и золото, и камень, и все на свете я могу добывать деревянной киркой.
Поэтому пока не знаю. Тут добавили еще назаитовые предметы, броню, инструменты. И это, знаете, это реально настолько глобальное обновление. То есть добавили броню, инструменты всякие из назаита, новые слитки. То есть это, вы понимаете, сколько? 9 лет прошло. Алмазные шмотки, вообще всю броню, это где-то лет 9, может быть, даже почти 10 назад. Ну, естественно, в последующих сериях мы уже будем что-то достаточно интересное делать. Пока что это была просто пилотная серия. Но все-таки, я думаю, то, что начало положено, и мы уже имеем какие-то ресурсы. Ну, как какие-то ресурсы? Ну, нас хотя бы кто-то не убьет уже. Пиглины хотя бы не убьют. Так, наверное, какую-то стенку надо вот такую вот строить. Хотя бы чуть-чуть. Вот так вот. Чтобы, если здесь мобы заспавнятся, то хотя бы какую-то оборону можно было держать мне. И не сильно опасно было бы. Вот как-то так. Ну, хоть что-то. Ну, естественно, надо уже светокамень будет добыть. В принципе, я, в принципе, может быть, и за кадром это сделаю. Хотя вряд ли. Скорее всего, я буду все на запись делать. Вот что-что, вот это, наверное, все-таки на запись сделать все буду. Так будет интересней. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Что хочу сказать? Подписывайтесь, как бы нажимайте на колокольчик. Это правда важно. Какие приятные здесь звуки, прям, да? Уже, кстати, к ним даже привыкнуть успел. Не раз уже как бы выживал в этом биоме. Тоже нравилось уже. Могу сломать эту штуку или нет? Но она, по-моему, как бы дроп. А, она ломается! Она ломается. Ладно, беру свои слова обратно. Может быть, даже девятной можно сломать. Не, девятной нельзя. А-а-а! То есть девятной вообще даже не начинает ломаться. А золотой я могу сломать, только, скорее всего, он не выпадет, этот предмет. Ну, сомневаюсь, то, что выпадет. Ладно, все, ладно. Затягиваю серию, лучше этого не делать. Спасибо. Подписывайтесь. Пока. Ставьте лайки, все дела, пишите комментарии. Пока и удачи. Пока-пока.